Всем привет, меня зовут Таня, вы на моем канале, мой канал называется Tatada Pati. Сегодня я хочу вам показать мой заказ с сайта E-Vitamins. E-Vitamins – это американский сайт, где можно заказать натуральные витамины, различную натуральную еду. Я уже заказывала на этом сайте, у меня есть видео на канале. Давайте я начну со сладенького. Первое, что я заказала, это был шоколад с миндалем. Это темный шоколад с миндалем и солью. Пришлось забрать у домашних половину шоколадки, а то бы они съели. Рвать мне удалось половину шоколадки. Шоколад действительно вкусный. Это бельгийский шоколад. Я уже такой заказывала. И мне этот шоколад очень нравится. У него очень необычный вкус. Он и сладкий, и в то же время попадаются крупинки соли. Поэтому я вам рекомендую попробовать вообще в магазине поискать шоколад с солью. Это очень-очень вкусно. Следующую сладость я заказывала для дочки, так как она у меня любит что-нибудь сладкое. Но сладкое все же ей не рекомендуется, так как она занимается гимнастикой. Я ей заказывала вот такие леденцы. Это леденцы на основе сока. В этой упаковке было 4 вкуса. Это персик, клубника, вишня и гранат. Все это было вот в таких упаковочках. Каждый вкус соответствовал своему цвету. Мы попробовали все, кроме клубничного, потому что клубничная была на упаковку всего лишь одна. Конечно, с такого сайта я не могла не заказать витамины. Я заказала на этот раз витамины с черникой для зрения. Я не буду умничать и говорить, что входит в состав этих витаминов, но здесь содержится черника, здесь она в большой концентрации, и она полезна для зрения. Следующее, что я заказала, это был витамин D. Я давно его хотела заказать. Это витамин D, можно сказать, для взрослых. Он идет в желе. Там идут вот такие вот желешки. Они очень вкусные, их приятно кушать, похожее, что-то похожее на Харибо и так далее. В Питере очень важно следить за витамином D, потому что его нехватка может повлиять на вашу жизнь, вы будете часто болеть и не понимать, почему вы болеете. При нехватке этого витамина возникает, можно сказать, иммунодефицит, и у вас просто нет иммунитета к различным болезням, вы быстро подцепляете их, болеете. И, конечно, в этом случае нужно ехать куда-то на солнышко, либо принимать витамины. Жителям Питера рекомендуется принимать витамин D, можно сказать, на регулярной основе, круглый год, потому что летом солнца тоже очень-очень мало. Это, можно сказать, сейчас в Питере аномальная какая-то была неделя, было очень-очень тепло и солнечно. Все очень радовались, много проводили время на солнце, гуляли. Сейчас же опять началась пасмурная и дождливая погода, поэтому принимаем витамин D и радуемся жизни с витаминами. Следующее, что я заказала, это были специи. Специи органические мне очень нравятся, и я всегда практически покупаю много-много специй. Я искала специи, чтобы не было соли внутри. И здесь содержится очень-очень много всего. Здесь есть и розмарин, и томаты, и морковка, и различные травки. Пахнут эти специи просто божественно. У них очень насыщенный и приятный аромат. Если вам не нравится, когда много-много всего, то, скорее всего, эта специя вам не подойдет. Потому что у нее очень насыщенный аромат, и там много-много различных ингредиентов. Также есть и лимоны, и апельсины, и орегано, и много-много всего. Некоторые названия я не знаю, как будут на русском, потому что здесь состав и все-все-все написано на английском. Срок годности этих специй до 2019 года. Где-то получается примерно срок годности этих специй год. Последнее, что я заказывала крем для лица. Этот крем я заказала по совету блогера Оси. Search Naturals, наверное, так читается. Skin Eternal. В общем, вот так этот крем выглядит. Не буду я коверкать название. Этот крем очень прикольно пахнет в баночке. Какой-то пинаколадой. Прям
очень-очень вкусно, но при нанесении на кожу аромат становится, как будто вам красят волосы. Не знаю, почему так происходит и почему мне именно это приходит в голову, когда я наношу этот крем на лицо. Возможно, там, не знаю, содержатся какие-то компоненты, которые с кожей образуют какую-то химическую реакцию, потому что здесь есть кислоты, различные экстракты, витамины. Я вам вставлю сюда, какие кислоты содержатся в этом креме. Если вам интересно, работает этот крем или нет, то я могу сказать точно да. Мне очень понравилось действие этого крема на моей коже. Я его активно использую, он был практически полный. Он очень густой, но при этом, когда этот крем касается кожи, он начинает таять. И также в подарок мне положили майку, которую я уже вам не могу показать, потому что я ее уже отправила в стирку. Это обычная майка, размер, наверное, L, с надписью E-Vitamins. И также положили пробнички в подарок. Здесь B12, глюкоза и какой-то комплекс пренатальный в виде вот таких капсул. Я это, скорее всего, пробовать не буду, потому что я даже не знаю, для чего для чего оно нужно. Витамин В12, в принципе, можно найти и глюкозу, но пренатал мне точно пока не нужен. Вот такой был у меня заказ с сайта E-Vitamins. Ссылочки все я оставлю под видео. Если вам понравилось мое видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Пока-пока!